Маркос остался. Чё там? Да не, отошёл сейчас. Кого нету? Победить! Победить! Ёж! Победить! Уродское имя! Кого нету пятого? И Акромат это ушел, твоя убил. Армия! Ну и куда твоя армия идет? Почему тебе герой создается? Го. Да. Ограничения превысил. Миша, как герой вот на призыве остался вот так вот. Ну, убери 10. 10 требований. Ебать, что ты наделал там? Игру Африков убери. И он призовец. Играть без героя. Мне, короче, доманул просто это. Земля и пухом. Ну за... Почему она не может кастовать? Кто это сказал? А, ты блядь, это ты-то нет. Да. У меня, короче, 40 афритов. Чекайте. Вот он, мать. Все в руку. Оба. Давайте поставим. Помогу.
Откуда? Из-за этого. Из-за чего? За Джека. Да. Ты его типа в конце возьму, да? Нет, не такая, на самом деле. А, это правильно. Да. Вот у меня Дамонор только сейчас призвался. Если бы она у меня была бы раньше, я бы уже выиграл. Я тебе говорил, что сделать, ты не слышал. Блять. Ну поэтому слушать надо. Я не знаю, что ты там делаешь. Ну все, синий, бей зеленый, что-то нет. А ты как? А. Ну а что ты кидаешь? Ты же расправишься с Эдуардчиками пока. Так я не смогу зеленую взять. Ну все, земля тебе. Ты знаю, думаешь, он сможет? Чьи Егор стоит тут? Кто синий вообще? Кто синий? Войд. Он же контроль Войда, понимаешь? Не того петуха заебашь, он огнан. А, у тебя рух ебучий. Пиздец. А, ну. Ну там нормально пехоту перекосил. Чего ты, кто с этой экситами? Нужен 2 на 2 поиграть. Да это не интересно. Почему? Потому что они оба херовые играют. Был бы тут еще там Артём. Ну, Никиты давно не было. Что-то он так и не пришел. Возьмись, сколько уже. Он не будет играть, наверное. Закер, Вой, ты заходишь? В курсе то, что урон от нечестивых не стакается. Сука. О, зато как они красиво взрывают. Нихрена себе целый.
наступает. Кто-то не успевает, что герой. Не успеешь, герой. Да. Это вот эта тупая хуйня, да? Вообще, кстати, у Лакроса все шансы победить есть. Да не, у тебя какой цвет? Синий. Ну, нормально. Ну, что себе вставить? Ну, окей, давайте на того, кто поставит. Чего у тебя манс так много? Что ты тикаешь зеленый? Блять, ну зачем тикать? Кто ты будешь? Заметили, что на красного захеривают? А я знаю, кружились на тех сторонах. Зря вы, ребята, сразу же ковчег не унесли. Очень зря. А он лечит очень даже хорошо.
Ну чё, один на один? Блять, ну только не тикай, я ливну сейчас. Да хули КД 5 секунд. Все, заходите в комнату. Сдался, значит я победил. Ладно, хай отключаюсь. Кажись, надо все-таки делать героям третьего. Мы уже против ботов поиграем. Как против ботов? Они тут не работают. Ну не здесь. На другой план. Пизды нам дадут, как обычно. Ни хрена. Надо карту с ебучими перелетами играть. Они не делаются перелеты. Опасность пустыни. Саралинов будешь? А че это? Может другую поинтереснее? А что это хоть? Вот это в пустыне, которая нормально. Там хоть равномернее расположено. А тут неравномерно что ли? Угу. Все такие вещи, блядь. Вот это нормально. Мы здесь не выиграем. Да, это тяжело. Нет, я у вас